Иван Чубан предал левый электорат, поменял свою идеологию ради кресла примара. Он обещал западным послам, что он будет с Майесом, что вы знали, что они создадут парламентское большинство в будущем. Только для того, чтобы ему не открыли уголовные дела. Поэтому он поменял свою позицию насчет государственного языка, поэтому он поменял свою позицию насчет там, Европейского Союза и нашего партнера Российской Федерации и так далее. Ему нужно сохраниться в должности примара. А ради этого он готов продать всех. Я очень надеюсь, что наш левый электорат, который массово голосовали за нынешнего мэра Кишинева 4 года назад, это поймут и сделают другой выбор.